Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам показать второе цветение своих роз. И, может, мельком где-то затрону метельчатые гортензии. Это моя любовь, что розы, что гортензии. Вот перед вами большой, огромный куст. Это роза Дэвида Остина, сэр Джон Бенджамен. Посмотрите, сколько цветов. Наверное, на этом месте, где растет эта роза, 1,50 на 1,50 м, она такой круг занимает. Высота, наверное, 1,20 м. Можно посадить штук 6 чайно-гибридных роз. Но я люблю, чтобы это были большие кусты. Не плетистые, а вот именно кусты, шрабы. Роза долго держит цветок относительно роз Дэвида Остина. Посмотрите, какой цвет. Малинка-малинка. Ей такая погода нравится. У нас не очень жарко. Это такая метла, хвостик гортензия Candlelight. Вот ее два хвостика. Гортензия Candlelight. Это первогодочка Icefogel. Это красавец Фантом. Так. Первогодка Лоран Каброль. И подойду сейчас к красавцу сэр Джон Бенджамен. Посмотрите поближе. Какая огромная это у меня роза. Все она, большое количество цветов. Некоторые ругают розы, что долго не держат цветы. Ну вот, вот, я не знаю, тут, наверное, два в ширину она заняла у меня диаметр. Вот эта желтая стоит, это Грэхэм Томас. Тоже роза большая, видно, сколько поцветала. Ну и базальники есть, и еще цветет. Это Харлоу Карр. Вот ее, наверное, отсюда уберу. Шарики Джуд Дэбс Кьюри. Красавица летняя хризантемка занимает пространство. Это Лави Лакота. Нарастила много базальных побегов. Цветет непрерывно. Цветок красивый. Очень красивая. Цветок сейчас большой. Загар. Очень красивая. А на заднем плане, посмотрите, как огонек. Сэр Джон Бенджамен. А это Фантом. Розочка. Принцесса Александра оф Кент. Вообще цветет всегда она у меня беспрерывно. Чистец у нее в ножках. Мидсаммер тоже, посмотрите, как она разрослась. Скоро зацветет. Выше меня ростом. Ну, тоже процветет. Пока ничего прищипывать я не буду. Это розочка Peach Avalanche. Посмотрите, Peach Avalanche. Пережила нашу бурю в Белоруссии. Вот она. Рядышком Андре Бреше. Аппетитная такая розочка, как крем сливочный. Это ее базальный побежек. Так, вот таким сейчас покажу огромнейшим пауком. Разрослась у меня розочка Мэри Роуз. Мэри Энн. Мэри Энн. Во втором цветении она симпатяшка, яркий цвет. Знаете, для меня не важно, чтобы роза, наверное, долго держала цветок. Для меня важнее все-таки здоровье розы. Ну, наверное, у каждого по-разному. Вот видно Peach Avalanche. Тут у меня Мэри Энн. Вчера обработала розы свои. Я их обработала строби. Брала 5 грамм на 10 литров. Это от болезней. Потом у меня был силиплант. Это для укрепления листовой пластинки, чтобы болезни не... Ну вот, чтобы она была жестче, листовая пластинка, чтобы болезни не проникали. И
коричневым кристаллоном по инструкции смешала. Силипланта у меня оставалось 10 мл, поэтому взяла сколько было. Little Blossom на солнышке такая. Байландо. Второе цветение было в том году у нее начало октября, а сейчас конец августа. Маленькие такие камелии. Клещ был ее напал. Я полностью листья оборвала, и она заново обновила свой кустик. Это роза в горшке, но, наверное, это братья Гримм, потому что пересорт, должна была быть другая розочка. Но роза симпатичная, хорошо себя нарастила в горшке. Петунии. Манстедвуд полностью отцвела уже, к третьему цветению готовится. Чиппендейл тоже, посмотрите, какая хорошая листва у него, зеленая, блестящая, тоже отцвела, только базальные побеги. Но я думаю, что еще третье цветение будет. Вот базальный побег, наверное, 1,80 м. А это еще базальный побежек розы Грэхэм Томас. Тут у меня в горшке третье цветение, розочка Дарси Бассел. Посмотрите, как она хорошо в горшке наросла. Такая молодая, красивая листва. Для меня важнее здоровье розы, чтобы не бегать, не мучнистые росы, чем она держит цветок. Это моя невеста, пускай такая и желтенькая, Грэхэм Томас. Тоже очень люблю ее. После нашего бурана, который был, конечно, видно, сколько она уже потеряла цветов. Был, конечно, у меня тут лепесткопад. Еще до этого я просыпала свои розы калий магнезией. Столовая ложка под куст, заделала в землю и проливала. Посмотрите, дождей нету, поэтому я пролила. Розочка Грэхэм Томас. Извините, кому не нравится тут моя теплица, но я никуда не могу деться. Пишут, грязная ржавая бочка посреди розария. Но в первый год, как мы ее поставили, теплицу, у нас был сильный град, что крыша у людей сносила. Поэтому теплица моя пережила это. А я на хозяйстве одна, и розы, и теплицы, я не могу все успеть. Это розочка Мэри Роуз. Посмотрите, какой холодный цвет у нее. У нас температура около сейчас днем 20-21 градус, поэтому она сама хорошо держит, видите, кисть из трех цветочков состоящая, но все держится. Но ее сэр Джон, сэр, посмотрите, насколько он ее тут, и Грэхэм Томас хочет он тут покорить, и Мэри Роуз. Вот она. Тоже, посмотрите, здоровая листва. Еще что я делала своим розам. По низу все листья я оборвала. Видите, все листья внизу оборвала. Еще раз повторяю, калий магнезией, столовая ложка под куст, заделала в землю и пролила водой. Листья все нижние оборвала. А так, видите, листва у моих роз у всех здорова. Это красненькая чин-чин. Выглянуло солнышко. Вот так мой разноцветный розарий сейчас тут смотрится. А вот мой огромнейший сэр Джон Бенджамен. Огромный куст. Огромный, но любимый куст. Фантом, посмотрите, какой красавец. На солнышке светится. Candlelight. Показывала айсфагель, лоран каброль, фантом красавчик. Желтая розочка — это мулинью, тоже роза Дэвида Остина. Пока она не осыпается, потому что погода ей благоприятствует. Вот она. Тут на фоне отцветающей Вероники розочка
Port Sunlight, тоже роза Дэвида Остина. Хочу второй у нее, второй базальник. Вот они, посмотрите. Еще много столько бубинок, еще будет цвести. Так, Винчестер Кафедрал полностью отцвела и готовится уже на третье цветение. Так, это у меня карамелла. Сейчас цветок огромный и держится довольно, ну, наверное, третий день. В первом цветении быстро раскрывалась и осыпалась. Пересадка. Бельведер первогодочка тоже, наверное, тоже держится уже пятый день. В первом цветении очень быстро осыпалась. Но тоже, посмотрите, мне главное здоровье розы. Вот, видите, листья у меня здоровы. Это будет розочка Пиана, но у меня она не хочет пока зацветать. Вот эта розочка Паустинья. Вот такой тряпочкой превращается Паустинья. Вот она. Тоже первогодочка, пока наблюдаю. Это Ред Леонардо да Винчи. Наконец-то стала разрастаться. Третий год. Только теперь она как-то тоже все пересадки и пересадки. Вот Паустинья белая видно. Там виден Бельведер. Потом Бременские музыканты. А это тоже первогодка Сюрир де Перегье. Петуния начинает обрастать, обстриженная моя. Тайдал Сильвер. Вимс Ред сюда переставила. Это моя большущая Блаумайса. После нашего ливня попортила ей последние цветы. Но смотрите, какой огромный цветочек. Буду скоро ее стричь. Бенджамин Бриттон. Куст нарастил огромный, но цветет пока на концах побегов. Эптайд первогодка, темная-темная. Так, сейчас покажу Навалис. Навалис тоже первогодочка. Немножко цветок портится от солнца, от дождя, но в коллекции будет у меня. Флоксы сейчас выше меня выросли. И вот так тут единично где-то, но везде есть цветение в моем розарии. Тоже Бенджамин Бриттон. Бенджамин Бриттон вот на фоне Вероники. Это красавец Мулинекс. Так, сейчас хочу показать еще вам. Посмотрите, какая у меня ангела. Тоже второе цветение, второгодка, куст большой, 1,40 м. Базальных много повыдавала. Ангела. Еще будет цвести, цвести. Люблю эту простушку, люблю эти реснички. Люблю ее за здоровье, за обильность. В этом году, кстати, тоже розочка, второгодка, Крокус Роуз. Знаете, здорово. В том году вот тут вот на листиках было такое, какие-то пятнышки. Но пока красавица. Крокус Роуз цветет без перерыва. Посмотрите, почти уже вровень с забором. Наверное, 1,60 м выше. Цветок сейчас поменьше, но он очень ароматный. Красивый сливочный у нее внутри оттенок. Цветет бесконечно. Видно, что, видите, подцветала сколько, и опять она закладывает и закладывает цветы. Ангела. Красавица. А вот это будет Пируэт. Пересадка осенняя. Плетистая роза Поулсона. Пируэт.
это перовские и гелиотроп. Обещала сделать видео, все, не доходят руки. Вот такие мои розочки. Сейчас пройду еще в одну часть. Чайно-гибридная Pullman Orient Express. Кстати, сейчас цветок держится дольше. Я не очень люблю чайно-гибридное, но тоже, видите, она у меня здорова. Ценю за здоровье. Это в этом году. Тоже много что поотцветало. Вот это королева Елизавета. Ну, конечно, тут у нее закрутка красивая. Люблю, не люблю, но ее люблю. Заложила много бутонов. Это почему-то в первом цветении не захотела совсем себя показать. Ой, забыла. Пестрая такая роза. Ричард. Фердинанд Пичард. Но я думаю, к осени себя покажет. Это Краун Принцесса Маргарет. Тоже сейчас цветок побольше. Вот она. Краун Принцесса Маргарет. Нарастила большой кустик. Буду стричь туйки. Она у меня будет тут на фоне стриженных туй. Тут у меня ждут переделки. Ну вот, красотка все-таки. Красотка, какая розочка. Вроде королева Елизавета. Пересорт. Pullman Orient Express. Это бутон Алана Сушон. И вот такая огромная у меня роза, отцветающая. Сейчас обойду с другой стороны. Ну, вот это мой Польнерон. Тоже красивый цвет. Посмотрите, как она не спадает. Красиво так вот закручена. Цвет очень красивый. Это тоже еще один бутон Алан Сушон. Она пережила бурю. Тут вот ей надо хорошую погоду, чтобы она себя показала. Ну вот они, Алан Сушон и Польнерон. Огромный-огромный цветок у розы Польнерон. Тоже, видите, она у меня, это роза старинная, но при обработках здорова. Здоровая листва. Вот, до самого низу. Тут еще не обрывала внизу, до этой части не дошли руки пока. Вот это, по-моему, розочка. Она у меня всегда цветет. Моника, как выяснили. Тоже она вся на бутонах, видите. А флоксы у меня выше меня растут. Но тоже, в принципе, она здоровенькая. Тут еще в одной части, где у меня будут переделки, Мона Лиза. Тоже цветет она без перерыва. Желтые листья – это клещ. Тут ее подъел. Я тут редко бываю, тут очень жарко. Мона Лиза. Сейчас погода стала прохладнее, буду тут переделывать. А это Леонардо да Винчи. Ну, еще пройду, покажу вам пару розочек. Так. Вот такие тут у меня виды. Хочу обстричь туи, высоту им срезать. Срежу высоту и сделаю стрижку и туям, и... Вот тут мое разноцветие. Грэхэм Томас. Сейчас пройду еще к розочке Ханзенштадт Росток. Мэри Роуз. Ну вот тут кто видел, что у меня еще часть есть с гортензиями. Так, это будет розочка, посмотрите, тоже на третье цветение. Но, наверное, я ей вчера попалила листья. Видно что-то черное, видно спалила я и листву. Может быть, не размешалась. Это японка Миябича. Эта розочка на третье цветение уже выходит. Кока-лока. Тоже первогодка. Куст очень хороший. Нарастила. Очень хороший кустик.
Это красавица Салли Холмс. Тоже я ее показывала, но еще с розочками покажу. Салли Холмс. Это вообще цветет роза без перерыва. Посмотрите, какие прелестные у нее тычинки. Кистями сейчас уже цветет. Вот она. Отцветает, зацветает снова. Так, это мои штамбик. Забыла. Так, и вот посмотрите, какая кисть. Я уже очень много оттуда поубирала. Ханзенштадт, росток. Но этой розе я поняла, что нужна хорошая погода, теплая. Как только немножко прохладнее, она у меня не хотела раскрывать вот эти цветочки. Кисть большая. Это роза, а это розочка Golden Celebration. Так, жуки и даже в конце августа, посмотрите, донимают Blue Fayou. Тоже отцвела практически она. Это Жан Кокто. Тоже уже и третье цветение скоро будет. Розочка Жан Кокто. Ну, не все красавицы. Это Флорентина. Тоже нарастила хороший куст. Вырежу все старое. И вот еще на базальном она доцветает. Вот доцветает розочка. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Так хочется... Мне, когда работать, хочется показывать эту красоту, которая изменяется просто каждый день. Вот снова мой розарий. Я еще раз извиняюсь за вид моей теплицы, но ничего поделать не могу. И закончу на Дарси Бассел. Спасибо и до свидания.